Здравствуйте. Сегодня поговорим о настройке моторов индукционных машинок. Это самый простой мотор, не самый эффективный, поэтому давайте попробуем выжать из него хоть немного больше. Данным мотором оснащены все проводные машинки для людей Wall, и из машинок Moser таким мотором оснащена машинка Moser 14.2.0, самый дешевый Moser. Так, ну давайте посмотрим, как все это делается. Сбоку на корпусе есть один регулировочный винт. У валовских машинок он где-то в середине, у мозеровских он где-то здесь ближе. Но вы не перепутайте, там один единственный винт такой вот крестовой. Включаем. То есть, как правило, ножи у этих машинок очень легко останавливаются пальцем. То есть мощность маленькая. Для того, чтобы установить мощность на максимум, мы отверткой сначала вращаем по часовой стрелке до резкого изменения звука, когда начнет долбить прямо машинка, и потом на четверть, на пол оборота обратно разворачиваем. Давайте посмотрим. Включили. А теперь крутим, пока звук резко не изменится. Вот оно пошло. И теперь немножко назад. Все, сейчас у вас машинка работает на максимальной мощности. То есть для того, чтобы ее сейчас остановить, нужно уже приложить некоторые усилия. Все, на этом, в общем-то, можно прекратить просмотр. Для тех, кто интересуется, почему же это происходит именно так, давайте немножко еще поговорим. Итак, скрываем машинку. Категорически не рекомендую вам делать это на включенной машинке, как я сейчас все-таки внутри 220 вольт. Но сейчас для демонстрации можно. В принципе, такую процедуру, как вскрытие машинки, рекомендуется делать регулярно, поскольку машинка не герметично попадает внутрь волосы, может засираться и после этого не работает выключатель. Итак. А здесь у нас имеется вот такой вот рычаг, и винт боковой регулирует именно расстояние этого рычага от катушки. Понятно, что чем дальше у нас рычаг от катушки, тем слабее он притягивается. Когда мы вкручиваем винт, у нас прижимается этот самый рычаг, притяжение усиливается, мощность движения ножа тоже увеличивается. И в определенный момент просто доходит до того, что рычаг начинает долбить об ответную часть. То есть вот еще немножко подкручиваем, и пошла долбежка. В нормальном состоянии такого не должно быть. Все, выключаем. Вот, в общем-то, и весь секрет. Еще раз, если у нас рычаг слишком далеко, то он слабо притягивается. Если он слишком близко, то он начинает долбить. И этим винтом мы регулируем так, чтобы было как можно ближе, но при этом не долбило. Вот, собственно, и все. Пока-пока. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Енот Постригун, ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте Енот Постригун. И не забывайте заходить на наш сайт Енот Постригун, смотреть вкусные цены на замечательные машинки. Пока-пока.